приветствовал министр обороны КНДР Ну Ван Чхоль. В ходе официального визита главы российского военного ведомства запланировано несколько встреч с военно-политическим руководством Северной Кореи. Во время переговоров со своим коллегой Белоусов поздравил его с назначением на пост и поблагодарил за приглашение в столицу КНДР. Он отметил, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна вышли на принципиально новый уровень после государственного визита Владимира Путина в Северную Корею летом. Российский министр отметил роль договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами. Как утверждает Белоусов, документ призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии, снизить риск рецидива войны на полуострове, а также заложить основу для построения новой евразийской системы безопасности. Уважаемые товарищи министры, прежде всего позвольте поздравить вас с назначением на должность министра обороны Корейской Народно-Демократической Республики. Рад встрече и личного знакомства с вами. Хочу поблагодарить за приглашение посетить Пхеньян и оказанное гостеприимство. Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика – добрые соседи и давние друзья. Ключевую роль в укреплении российско-корейских отношений играют доверительные контакты лидеров наших стран. Итоги исторической встречи президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне в июне этого года продемонстрировали высочайший уровень взаимного доверия, а также обоюдное стремление наших стран к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки. Владимир Путин сегодня встретился с губернатором Кировской области Александром Соколовым, президентом судил с ним.